дорогие друзья, здравствуйте. Сейчас будем смотреть матч вторых составов 2012 года в рамках зимнего первенства Москвы. Так, игра началась. Минута 42 превью. У нас стартовый состав какой? Значит, Даня Леонов 20, 96 Жарков. Миша, второй номер это у нас Рогов Даня. 11 Полежар. Мирон Полежар. 70 Шапар Давид. Поздравление еще раз непосредственно, лично. Вот прям в эфире. Шапар, с днем рождения. Тебя знаем. Вчера день рождения у тебя был. Здоровья, здоровья, хороших матчей, хороших спортивных успехов, долгой футбольной карьеры и главное провести ее без травм. Наши поздравления. Так, 91 номер это у нас Кирищенко Саша. Ну, пас хороший нужен. Ну что ж, налево-то там Даня один стоял, Леон, это вне игры. Сейчас может засвистеть судья, но не стал. Эх, как не точно. Ох, как не точно. Вот Шапар. Так, кого еще не назвал? Восьмой номер, это у нас Черкасов Дима. 77 номер, это у нас Суровцев Федор. Рогов. Жаров. Сократили. Эй, Шапар, аккуратней. Кирещенко. Пора, 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 Саш, упустишь. Ой, ребята, такое моментище. Просто супер моментище. Угловой. Угловой. Так, сейчас посмотрим, кого еще не назвал. Да вроде бы всех. Губич. Рогов. Шапар. Полежаров, Терещенко, Суровцев, вроде всех. А, ну и в воротах, по-моему, это у нас Шафарост. Ох ты! Отвернул я камеру. Шафарост. Иван, это, по-моему, он. Отворот. Ближе, ближе, Мирон, надо было быть ближе. Ну, ребята, что за приемчик? Суровцев, Суровцев. Ой, бей своих, чтоб чужие боялись. Сейчас просто Черкасов Дима проверил на прочность спину у Суровцева. По-моему, ему уехал. Отобрали. Здорово, Шапар. Давай, 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 именинник. Хорошо. Два раза я успел тебе подсказать. Пора, 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 пора. Пора, Давид. Ай, затянул. Все, затянул потеря. Лёв, подожди! Лёв, посмотри, у тебя там странный человек. Нормальный Ярик?
А вот. Ой-ой-ой, отскок какой, а? Черкасов мог бы сейчас его принять, если бы было в ночке. Давай, Давид, Шапар. Ой, как хорошо, Черкасов. Ой, как хорошо, Черкасов. Леонов, Данечка, зацепись. Сохранили, молодцы. Точнее. Полежаров. Заходит, заходит, обыгрывает. Ой, как хитро. Ой, как умно. Ой, как здорово! Я вам так скажу, это гол имени Полежарова Мирона. Это гол имени Полежарова Мирона. Да, забил Даня Леонов, да! Это на табло и в протоколе будет Леонов Даня. Но поверьте мне, сделал весь этот гол от начала и до конца. Там не забить было бы просто нереально. Если уж до него ты добрался, до этого мяча. Миронов. Ой, Мирон, молодец. Ну вот, мне кажется, что зимнее первенство для этого-то и придумано. Скоротичный турнир, однокруговой такой. Чтобы тренерам можно было посмотреть, что могут его ребятки после зимних каникул. Кого можно поднимать в первый состав. Вышел, вышел, да. Ай, шнурки, ай, шнурки, опасно, 10 номер. Ой, опасно. Ой-ой-ой, что Мирон творит? Ой-ой-ой. Что Саша Терещенко творит? Ой-ой-ой, что Даня Леонов творит? Дань, ты что творишь? Нельзя терять такие мячи. Это твой был мяч. Ай-яй-яй, что Даня Леонов творит? Ой-ой-ой, уперся, он уперся в ногу, было видно, главное без травмы. Уперся ногой, да, прям вывернул голеностоп. Если обратите внимание на пошторе, это было видно, что больно. Это видно, Данечка, не ломайся. А вот сейчас фалил. Фалил, Мирон. Даня хромает, идет. Да, видно было, что он вывернул голеностоп чуть ли не в обратную сторону, там больно было. Ой, как хорошо! Сашенька, Саша, 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 обыгрываешь, проходишь, убегаешь? Нет, положил руки на спину, судья молчит. Поджаров. Хорошо! Нет ни игры. Ай, Мишанька. Судья был рядом, там вышел. Мяч вышел угловой. Угловой. Разыграют. Разыграли. Полежаров. Ух ты, Мишки заехали. И вновь Полежаров. Ой, какая комбинация. Да поставь ты, у тебя лицом к воротам. И Шапар, и Терещенко. Ай, пожадничал Мишка. Ай, Жарков пожадничал. Терещенко. Черкасов, можно бить. Можно бить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Черкасов меня послушался и ударил. У тебя в первой игре, в первом тайме такой же он забил. Часто, часто стоишь в воле.
ребят, все знакомые полузащитника. Так, у нас смена. Значит, заходит Губич Никита, Гомберг Саша. А, я знаю, почему нет фамилии Саши Гомберга в протоколах, потому что он забивал в матчах вторых составов. Вы помните, да, я сегодня в первом тайме, в первой игре озвучивал бомбардиров. Так вот, голы вторых составов не идут, по-моему. Второго отделения голы идут в общий зачет, а первого отделения не идут. Но все равно что-то там мало больно получается у 12-го года. Тагиев, да, что, один гол всего? А остальные из 12-го года, кто забил голы во втором отделении. Гомберг Саша. Саша, Саша, ну он же накрыт, был. Наш аут. Саш, ну ты неправильно вводишь мяч, я не знаю, как судья тебя прощает за это. Данечка, Даня, Даня, что, как будто у тебя мешок на плечах там висел сзади и тянет тебя к земле. Ну а теперь еще и сзади по борцовским приемам. Ага, у нас 82 номер вошел еще Чарыев Святослав. Так, кого я не назвал, давайте посмотрим. Прохор Жарков вошел во второй смене. Угловой. Вот как раз Чарыев-то и сыграл сейчас. Хорошо, Святослав. Ой, еще и головой сыграл, молодец. Жарков, Прохор, упираешь там защитника. А, взорвало Агаби, да, вот я вижу. Даня, значит, Жумакеев. Это у нас вторая смена. Во втором составе. Черкасов. Жерлуа. Вновь Черкасов добирает. Нет, не добрался. После паса Никиты Губича. Давай, давай. Все, потеря. Обеда! Замену провели тренеры Авангарда. Никого, к сожалению, никого. Все, потерял. Упустил от ворот. Зарелуа. Терпеть надо, вот когда толкаешь. Ай-яй-яй, Никита. Ай, Никиточка. Борется Прохор. Отбирает Никита. Аут. Авангард.
Гомер, Саша головой сбрасывает назад на взрыву. А Габи. И Габи выбивает его в аут. Потеряешь, Габи. Догнать. Никитка, догонишь? Молодец, Никита. Но не получилось. Ай, ты хороший пас бы сейчас не помешал после такого прохода по флангу. А в центре Габи. Ой-ой-ой-ой. Ой, как неожиданно. Гумберг. Саша, освобождаться раньше. Раньше освобождаться. Жмакеева в угловой его убивает. Разыграли ребята из Вангарда. Угловой. Хорошо, Святослав. Прохор, отличный проход. Завершить надо его как минимум прострелом. Ай-яй-яй, там никого. А вот на дальнем фланге, прямо с трибуной. Неправильно введенный аут. Или нет? Если бы неправильно введенный аут, вернули бы мяч нам, отдали. Хорошо! Давай-давай, Святослав. Ой, не дойдет до Прохора. И до Ники, и для Губича не дойдет Димы. Ой, до Черкасова Димы. Отдать. Тренер просит обыгрывать. Ну там набегающий был. Хороший пас бы вывел его один в один. Поскользнулся. Чарыев, вставай, Чарыев. Играй! Игра, ССК! Гомберг. Саш, не туда, совсем не туда, Сашенька. Угловой. Разыграли, ребята, угловой. Никого у нас тут. Терещенко, здорово, Сашка. Седьмой, по-моему, и не думал о том, как продлить движение с мячом. Он думал, как перекрыть движение к мячу у Сашки Терещенко. Украли, но Черкасов Дима не согласен. Смена первая возвращается. Рогов, Шапар, Суровцев, Леонов, Миша, Жарков и Мирон Полежаров возвращаются в игру. Ходи!
Хорош, Мирон. И прострел хороший. И подбор твой. Твой должен быть подбор. Бить. Рогов. Уй, защитника Рогов. Упускает. О-хо-хо-хо-хо! Леонов Даня! Ну, как говорится, а-ля Герт Мюллер. Да, вы знаете, как играл Герт Мюллер. Он игрок штрафной и даже больше. Он игрок вратарской. Сейчас он забивает точно такой же гол, как в первом тайме. Замыкая прострел, только уже с другого фланга. Молодцы, парни. Это первый тайм идет. Я оговорился, да? Как в первом тайме? Нет, как в начале первого тайма. Свой первый гол, который он забил. Аут. А сейчас ему, по-моему, Прохор Жарков, да, прострелил? Также добрался до мяча. Или Миша прострелил? Ой, Прохор ушел. Миша ему прострелил. Даня, зацепиться надо за мяч. И раз, три, два. А Мирон? А забьет сегодня Мирон? Накрыли долго, долго Полежаров. Очень долго все делал. Черкасу Дим, подача. Нет, прострел, это не подача. Вдвоем наскочили, молодцы. Шапар. Днем рождения, Шапар. И Мирон. Ай, не точно. Наш аут. Ой-ой-ой, Данька, какой у нас оказывается дриблер. И дошел до лицевой, прострел. Эх, Черкасов. Терещенко. Лево. Шапар. Это у нас кто там был? Рогов Данечка. Чуть-чуть поточнее, чуть посильнее, чуть подальше. Суровцев решил таким образом разрядить навал авангарда на наши ворота и выбил его в аут. Аут у нас на дальнем фланге. Ребята, обратите внимание на то, как вы выводите мяч из аута. И обратите внимание на то, что судья вам позволяет перевести еще раз. Дело в том, что обычно мяч отдается сопернику при неправильно введенном ауте. А Суровцев там выплясывает канкан. Какой Шафарос сделал сейчас прыжок на этот мяч. Спасение. Перепрыгнет Данечка. Видно было. Дань, вот сейчас ты зря так бежал. Явно было понятно. Но пока, может быть, для вас это не очень явно и не очень понятно, что мяч со скоком перескочит и тебя, и защитника. Сейчас будет свисток, по 25 они договаривались минут, выясняется. Перерыв, дорогие мои друзья, перерыв, и следующий тайм тоже будет по 25 минут. Перерыв.
Да, по 25 минут будет проходить игра. И тайм каждый. И не игра, а тайм. И я думаю, это оправдано. Вторые составы, ребятки, половина из них уже отыграли в первом составе. Ну и плюс зима, плюс холодно. Стоять, мерзнуть не совсем комфортно. Первые таймы закончили со счетом 3-0 в нашу пользу. Это вне игры явно. Явно вне игры. Лево, сел, надо опять вперед, развивайтесь, и там будет потери. Полежаров перехват. Продвигается к лицевой, здорово, и проследить успеть надо. Не успел, не успел, мяч скорее бежит, чем Мирон, что вполне объяснимо, допустимо и понимаемо. Шапар. Аут. Вот, да, лучше так, да. Потеря. Аут. Авангард. О, Шапар Давид, здорово. Суровцев, не фали. Не фали. Выбрался парень, молодец, выкарабкался. Найди пас. Отворот. Своего игрока найди сами. Шафорост. Рогов. Горков Миша. Леонов на Терещенко. Терещенко в центр на Черкасова. Черкасов на Рогова. Рогов возвращает Черкасову обратный пас. Хорошая проникающая. Мишу обокрали. Обогрели, обобрали. Аут. Куда? Миш, вот так же надо было пас отдать в штрафной. Давид свалил. Рогов. Шафорост, Ваня. Здорово, Антон. Здорово, Мишка. Хорошая скорость. Жарков, точнее, это совсем неоправданно. Но мог да еще продвинуться, Мишаня, мог. Продолжение, продолжение. Хорош, Шапар, перехват, проход и прострел. Пора, пора, пора. Ух ты, Данька развернулся, но в ворота не попал защитник. Вернее, он попал в ворота, но защитники закрыли. И вратарь там помешал. Мирон, Рыжаров. Вратарь в нижнем углу спасает.
И угловой. Отбор. Разыграли. Зачем он возвращаешь? Да так небрежно, так неоправданно сильно. Разворачивайся и двигайся к воротам. Зачем возвращать-то? Шапар, Полежаров, Черкасов первым пасом хотел отдать, но Полежарова не прошла. Терещенко сильно или все-таки нет? Догнал, здорово, Давид. Обокрали Давида. Шафарост. Ну-ка! Ой, штанга! Ай-яй-яй, основание штанги! Мишка! Мишка Полежаров! Простреливает и... Вратарь опять выручает! Первая смена уходит, вторая смена заходит. Он не стал суетиться, ничего не стал делать, правильно сыграл? Давай, 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 движение, движение, важно, движение. Еще, набивай, Матвей! Плохо, не точно, очень не точно. Пространство предлагает вариант игрока, только Антон. Вратарю отбрасывает. Седьмой номер авангарда. Перехват получился и все-таки потеря. Отворот. Yara, быстрее!
получается последнего паса или удара у наших ребят последние 10 минут. Все перехватывается, все пере... И ударить. Ой, долго. Ой. Ой, опять то же самое. Есть! Добивает! Черыв Святослав! Номер 82. Счет 4-0. Напомню вам, дорогие друзья, что первый состав 12-го года обыграл своих оппонентов 6-0. А до этого были сыграны 4 матча с участием зачетников. Зачетники — это голы, команды, чьи очки записываются в зачет школы. Сейчас игры идут вот у 12-го, там 14-13 годов вне зачета. А кто постарше, они приносят команде зачетные очки, которые, ой, школе нашей, которые идут уже, как говорится, в зачет школ. Ух ты, да, хорошо. Сашка ударил издалека. На зачет школы московской. Так вот, у нас зачетники все выиграли. Очень уверенно обыграли с одинаковым счетом 4-0 и 8, и 7, и 10 год своих соперников. Очень сложная нервная игра была у 11 года, но правда все-таки выиграли под конец, за минуту полторы до конца. 1-0 всего-навсего, но выиграли 11 год. Что позволяет надеяться, что если сегодня еще 9 год играть будет, если они выиграют, то у них все получится. А вот сильно, эх, надо было стараться его сразу выбить. Отворот. Отойди. Прохор, не имеешь права ты мешать. Судья попросит сейчас разминку у команды 2014 года, или прекратить, или уйти куда-нибудь в другую сторону. Свистка не было, ребята начали игру. Или ввели неправильно. Чарыв, судья просто аут ставит. Прохор проснул направо на Чарыва, и мяч все-таки у нас до сих пор. Рогов. Рогов вновь получает пас. Это от Шапалома Шапар. Терещенко. Саша, еще чуть-чуть ближе, да. Хорошо. Ой, как хорошо и умно. Ой, как хорошо сейчас было разыграно, жаль, не попадает. Нет, Сторж попадает, по-моему, это был кто у нас? Никита, да, Губич? Но вратарь там спасает все ближе к углу. Середина, стрей! Делай! О, где? Где все там?
Подвигаются к нашим воротам. Молодец! Судья на протяжении всего матча корректирует ребят этот неправильный элемент, помогает им научиться, как говорится, ну а где, если не здесь, ну а когда, если не сейчас. Хорош, как Прохор принял, Никитка. И обратный пас на Прохора. Подскользнулся, упал. Потерял сознание, очнулся, счет 4-0. Или продирается Прохор. Саша. Никитка добрался. Подскользнулся. Борьбой занялись тут ребят. Константин Петрович в праведном гневе, я с ним согласен, выкрикнул судье, что это такое, это другой вид спорта. А вот ребята не разобрались, набегал там, по-моему, и Рогов, и Полежаров, кто-то там из них. Так, ребятки, по 7 минут вам дал тренер. Надо забить еще 2. Это я про составы. Замена сейчас была. Смена, вернее, не замена, смена. Замена у ребяток будет на следующий год. А давай, пора, Данечка. Здорово. Ах, неудачно. Ах, теперь. Ух ты, а что не падаем-то, Миш? Тебя сзади бомбанули. Так что можно было дрожахнуться. И никто бы не осудил тебя. Хотя, если устоял, значит не настолько сильно грохнул. Обыграли Рогов. А, не дошла ни до Леонова. Не до Рогова передача. Ой, не кричать, а вставать надо было, Шапар. Готовиться к удару, а ты кричишь судье, что не играет. Еще раз, Анечка. Ах ты. Аут. Это аут. Губич. Хорошо получилось, Никитки. И влево. Ой, еще лучше у Никитки получилось. Вне игры.
Судья считает, что вне игры. Я с ним не согласен. Я бы поспорил. Я бы поспорил. Но гол все равно не случился. Вратарь сыграл прекрасно. А Жарков поспешил, Мишаня. Бил ты на силу, но не на точность. Можно еле-еле катнуть под опорную ногу вратарю в противоход. И ничего не сделает. Ай-яй-яй, зацепил. Зачем сейчас? Прямо на Леонова дали свой мяч. Губич. Рогов. Остановите игру. Остановите игру. Там мальчишка. Интересно получилось. Да, такое было, когда. У кого же это было? У Дани Алвиса, что ли? Ой, дай бог памяти, в каком это году. После стыка сильного, серьезного крика, значит, судья поднял руку, предупредив, что сейчас будет останавливать игру. Но так как мяч остался у игрока этой команды, по-моему, Дани Алвис, вот честно, врать не буду, ладно, забыли. И все так сочувственно понимали, что там, наверное, больно, пока он вот так вот приоткрыл глаз один и не посмотрел, что там происходит на поле. То же самое сейчас сделал этот мальчик. Взял, приоткрыл, приподнял голову и смотрит, а где там атака, что там происходит вообще, а что никто не свистит. Слава богу, все нормально со здоровьем. И мальчишка встал и продолжает игру. Рогов. Вернуть на чуть-чуть назад. Суровцев. Шафарост. Губич Никита. Еще лучше. Даня. Вратарю. Данечка, отворот. Отворот. Посмотри, какой там набегала когорта ребятишек на 11-метровую. На входе в штрафную. Рогов, вот сейчас явно не достаешь, а просто делаешь движение, чтобы через ногу игрока дотянуться до мяча. Две минуточки осталось у нас. Две минуточки. Напоминаю, по договоренности тренеры решили между собой и объявили об этом судье, что по 25 минут будут таймы для игроков своего состава. Вполне достаточно. Достаточно одной таблетки. Ушел мяч, отворот. Нет? Ну уж совсем судья тут позволяет. Хо-хо-хо-хо-хо, забил! Забил, Миша! Забил, Миша! Жарков! Ну, 6-0, я думаю, уже не успеют ребята сделать. Осталась минута ровненько. А 5-0 тоже неплохо. Девяносто шестой номер, Миша Жарков, 15 секунд. И можно уже говорить о том, что игра завершена. Дорогие друзья, 5-0. Хороший счет. С победой. До новых встреч!
Мои поздравления. 6-0 победа. До новых встреч.